стали известны заработные платы директоров государственных предприятий. Уже неоднократно трудовые коллективы говорили о социальной несправедливости и чрезмерно высоких заработных платах. Так, к примеру, директор табачного комбината «Тютюн ЧТЧ» получает в месяц заработную плату 4,5 тысячи долларов. Согласно норм законодательства, заработная плата директора предприятия не должна превышать в 3 раза больше, чем заработная плата в среднем по предприятию. Безусловно, что и на других предприятиях, таких как Франзелуца, АП-канал, Термоком, Аэропорт, заработные платы значительно превышают установленные нормы. Причиной таких высоких заработных плат и причина того, что правительство закрывает глаза на этот факт, является факт, что директора предприятия назначаются по партийной принадлежности, то есть являются партийными номенклатурщиками. Социал-демократы считают, что нужно провести радикальные изменения в принципах взаимоотношений между трудовым коллективом и директором предприятия. В первую очередь, именно трудовой коллектив должен назначать директоров предприятий. Между трудовым коллективом и назначенным директором предприятия должен быть заключен договор о принципах распределения доходов предприятия и назначения заработных плат в трудовом коллективе и самому директору предприятия. Также между профсоюзами трудового коллектива и директором предприятия должен быть заключен договор о принципах выхода в отпуск, социальных гарантий для работников трудового коллектива. Административный совет, который назначается от имени министерств, которым подчинены предприятия, обязан контролировать выполнение директором этих договоров и с профсоюзами, и с трудовым коллективом. Безусловно, что только после радикального изменения отношения директора предприятия к трудовому коллективу, директора предприятия к принципу распределения заработных плат и доходов в трудовом коллективе, может быть обеспечена социальная гарантия, когда граждане, работающие на государственных предприятиях, будут получать достойный доход за труд, который они вкладывают в производство продукции, которая производится на этих предприятиях.